50 400 абитуриентов стали студентами вузов, из них более 26 000 поступили на бюджет. В Министерстве образования подвели итоги вступительной кампании. В списке популярных специальностей – графический дизайн, международное право, стоматология, туризм и организация воздушных полетов. Также востребована режиссура и кино, телевидение. Более 6 человек на место. 5 000 человек пополнят ряды педагогов, каждый третий медалист или победитель олимпиад. Набирает популярность новые специальности – хранение и переработка зерна, а также виртуальный мерчендайзинг, где студентов учат азам торговли. Белорусское образование востребовано и среди иностранцев. В этом году в наши вузы приедут 20 000 студентов из 102 стран. В этом году впервые приемная комиссия принимала сертификаты прошлого года. Результаты выше практически по всем предметам, исключая только один предмет – это физика. Но если сравнивать, то в этом году средний балл по физике 27, в прошлом году он составлял 30. 392 у нас 100-бальных результата. 16 абитуриентов из 100-бальников – это те, кто по двум предметом получил высокий результат. И еще итоги. На ЦТ в этом году зафиксировано 16 нарушений. Почти половина всех абитуриентов сдавали тесты по четырем предметам на выведение этого года.